Добрый день! Сегодня мы хотим показать вам моноблок розлива у Купорки и HT Розки. Изготовлен для спиртосодержащей продукции, потому имеет взрывозащищенное исполнение. Вся электрическая часть моноблока вынесена в отдельный шкаф управления. Также установлен защитный бокс. Сегодня мы будем дозировать эфирное масло во флакон объемом 10 мл. Давайте начнем. Спасибо большое за внимание. Всего доброго и до свидания.